такая палочка. Ты была хорошим другом. Следующий. Она со мной от каменки шла. А мне норм. И погуляв 5-6 кругов по городу Франковску, мы идем к окружной города Франковска, которая в 15 минутах ходьбы от центра города. И очень уютные, милые улочки. Я запутался. Это, кстати, в первый раз сижу в кафе, блин. Все бывает первый раз. Да. Утренний стол в Новофранковске. Не сфоткал, не поел. Не снял, не поел, да. Не вышел интернет, не поел. Не поел. Здесь читаю в Новофранковске паспортников. Ну все, все, все. Да еще за уюткой что засну. Черновцы, объездная Черновцов, мы объехали Черновцы, едем дальше на Молдовиницу, на Винницу, на Фонтаны, все, и передаю слово следующей группе. И вот мы их встретили, и вот мы их покидаем, пока. Мухожуха. Это вид на Молдову. Привет, Молдова! Увидимся как-нибудь в другой раз, пожалуй. Внезапно Хатин. Я тут внезапно понял, что я никогда не снимал на воговских заправках. Ведь воговские заправки, они спасают жизни, желудки, мочевые пузыри и вообще хвала воговским заправкам. Па-дам! Сергей, мы в Виннице, и сейчас 2 часа ночи, но мы в Виннице, это гораздо лучше, чем стоять 70 км под Винницей и мерзнуть. Привет, город Винница. Вот пруф мой в Винницу. Капец, тут ночью грибами пахнет. Журчит что-то. Понял, Винница это не город. Винница это такая маскировка, что спишь в штаб-квартире Рошен. Наверное, где-то под городом есть подземные заводы Рошен, где купятся механизированные шоколадоботы, которые делают конфетки. А ночью эти медведи не оживают, идут убивать людей. И привет Вайсу, который сейчас где-то между Каменцами и Хмельницкими едет к нам. Приезжай скорее. Фонтаны. Медведь. Собачки просто, и они грустят, потому что нельзя, потому что вот
все. И они грустят, да? Грустят. Адовый поезд. И фонтан. Сегодня будем пытаться делать это втроем, и на мне модные солнечные очки, которые мне ни хрена не идут, правда? Вообще ни разу. Потому что они... Да, потому что они прям... Солнце нападает на людей. Солнце нападает. Машины проезжают. И не выспатишься, Маша. Мы таки втроем доехали до Софиевки, уже даже все порешали. Студентам ХАИ сегодня вход бесплатный, 1 сентября. Это все. Ждем оставшихся, идем записываться в какую-то книгу. Отчики, отчики, скажите, ну конечно, пришли тут. Фоткают, фоткают, еды не дают. Самый клевый фонтан Софии. Дядька со шлангом, поливающий уточек. Прям аниматронная скульптура. А я реально снимаю, Вайф снимает нас. Бабочки пахают. Мы молодцы, мы доехали до Киева. И кто-то меня уже звонит. Там приближается какой-то молодой человек подозрительной наружности. Кто проспал? А? Кто проспал? А что проспал? Давно не виделись.
Заходим. Зашли в Харьков. На этом путешественное видео, наверное, заканчивается, я не знаю, мне было мы ждать всех остальных, я хочу домой в ванночку и кушать. И черт, нужно будет вырезать этот кусок из видео.